Рыба-кит, папа рисует. Привет, ребят, мы рисуем необычный рисунок. Я рисую. А ты что, не хочешь представляться? Ой, да, меня зовут Ваня, а это... Павлик. Умный Павлик, рисуем. Бери фломастеры, рисуйте с нами, ребят. Мы рисуем сначала голову, вот так вот, смотри. И раз. Вот так рисуем. У тебя так же рисуется. А потом второй волосок, смотри. И получается... Так, и так, получается, что мы нарисовали уже голову. А ты что, даже... Я нарисую. А рисунок тоже не будет у нас представляться? Рисунок будет представляться. Рисуем необычный рисунок. Вы сейчас увидите, что это такое. Я рисую ангела, а Павлик рисует... Лень. Чертенка. Лень — это чертенок. Да. Я рисую еще такой овальчик. И еще один овальчик. А ты нарисуй мордашку ему тоже. А ты рисуешь ему большие-большие рога. А что тут как? Ну, ты когда смотришь на рисунок, ты же повторяй, Павлик. Вот рога-то у него вот здесь, вот так, вот такие рога. Вот так идут. Видишь? А это тогда что? А это будут маленькие рога, вторые. Оставь их. Вторые рога тоже ничего. Смотри, теперь я рисую ушки. Раз, два. У тебя тоже есть ушки. Раз и два. Теперь я рисую тело. Раз, смотри, два, какое три. Огромное, тут какое маленькое. Тело. Тело, рисуй тело. Так, теперь ножки. Раз, два. Ножки тоже нарисовали. Теперь ты нарисуй улыбочку ему, такую, как у него есть. И глазки рисуй. Глазки так рисую. Раз, два. А теперь раз и два. Улыбочку так. Ха-ха-ха. А теперь рисую ему еще этот хвостик. Павлик. А чего? Я рисую ручки. Вниз идут. Смотри, какой. Что ты рисуешь? Ну, вот такой длинный хвост. Ну вот зачем ты это делаешь, Павлик? Смотри на рисунок. Убери рисунок, смотри. Вообще непонятно, что ты рисуешь. Здесь рисуй тогда вот этот трезубчик, понимаешь? Рисуй руку, вот так, руку рисуй, раз. А здесь трезубчик рисуй, раз. И зубчик на нем. Смотрите, раз. Покажи, что ты нарисовал. Отлично получилось. Ну что? Теперь раскрашиваем. Не раскрашивай черным, раскрашивай красным. На тебе красный, а мне голубой. Голубой и желтый, да. Я голубым раскрашиваю. Так, ну что это такое? Это нимф. Ну так рисуют ангелочков, что сверху у них как будто лампочка такая светится. Новый год, Новый год, Новый год. А люди мне скучают, скоро будем. Сейчас тебя включу. Не надо включать, Павлик. Включать не надо тогда. Я вообще забыла. Рога еще рисуй. Слушай, рисовать я уже. Красный. Только хотя бы Рома сейчас не болтал. Что Рома? Да он вообще хороший парень, не болтает. Болтает каждый раз. Да, Ром? Рома. Ну что, сейчас покажем ребятам, что получилось. Фломастер так положим. Отлично, такой рисунок необычный. Отличный, необычный. Я добрый. А Павлик? Вот такой! Залилка, матилка. Давай, останавливайся. Мне нравится, что получилось. Очень даже cool.